Всем привет, с вами канал Green Good, и сегодня у нас третья часть по гайдам по игре Dota 2. И сегодня у нас Зевс. Зевс у нас мидер, и первым этом мы покупаем ему ботл. Идем в мид. Ну, это все примерно понятно. Далее мы собираем себе Аркан Бутс, Аркан Тапок, далее можно Аганим или Рефрешер, дальше Дискорд. И уже для более такого позднего лейта, чтобы хватало маны Bloodstone, и чтобы для выживаемости в замесах, возможно, купить БКБ. Ну, так, начнем с того, что есть два вида зевсов, кэрри и саппорт. Мы рассмотрим кэрри, так как саппорты примерно все одинаковые сборочки. Ну, начинается примерно так же, с вардов, там курьера и медленный фарм того же Аганима и Аркантапка. Мы перейдем к скиллам. И первый скилл. Зевс дает электрический заряд, который проходит по нескольким целям одновременно. На первом левеле это 5 прыжков, на втором 7, на третий 9 и на четвертом 15. Урон 85, 100, 115 и 145. Второй скилл. Второй скилл дает молнию в одну из целей. И наносит урон 100, 175, 275 и 350 на последнем уровне прокачки. Далее. В третий скилл. Это пассивный скилл. И он дает дополнительный урон в процентном соотношении после того, как Зевс кастует одно из заклинаний. Эти проценты 5%, 7%, 9% и 11% на последнем уровне прокачки. И, наверное, сейчас перейдем к самому интересному скиллу Зевса. Ну, как самому интересному, самому популярному. То есть, то, что делает этого героя таким популярным. Это у нас ультимейт. Так, ультимейт наносит на первом уровне прокачки 225 урона, на втором 350 и на четвертом 475. Получается с Аганим Скипетра. Наносит с Аганим Скипетром 440 урона на первом уровне прокачки, 540 на втором и 640 на максимальном. Так. Теперь перейдем к фулл прокасту. Ну, скажем, Пугна. Ну, такая, средненький такой персонаж, ну, скажем, саппорт, у которого там 1500 хп, к примеру. И мы попробуем дать полный прокаст по Пугна. Даем Дискорд. Первый скилл, второй скилл, ультимейт, рефреш, ультимейт. Легкий рампейдж, так сказать. Это можно было даже сделать без двух первых скиллов. Ну, надеюсь, вы все поняли. Если у вас есть вопросы, вы оставляйте их в комментариях. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Green Good. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.